течение 2 дней в Каспийском спорткомплексе имени Али Алиева проходил 10-й тур чемпионата России по волейболу. Его участниками стали команды высшей лиги Б – Дагестан Махачкала и Грозный. Дагестанские волейболисты обыграли в 2 матчах команду соперников. Обе игры завершились с одинаковым счетом – 3-0. За 10 туров дагестанские спортсмены успели провести 32 матча, и во всех им сопутствовал успех. Отметим, что под руководством Магомеда Гайрбекова команда «Дагестан» уверенно лидирует в турнирной таблице чемпионата страны. Следующие соревнования для наших волейболистов будут проходить в Каспийске с 14 по 17 марта. На этот раз гостями региона станут спортсмены из Обнинска и Иваново.